Надеюсь, ее хорошо закрыли. Шура высказался о жираемой раком Заворотнюк. Кому война, а кому мать родная. Пока родные Анастасии Заворотнюк пытаются всеми силами скрыть ее болезнь, только ленивый не прокомментировал состояние актрисы, не дал совет, не отпиарился на мрачной теме. Александр Медведев, известный как Шура, в шоке от поведения коллег. Неужели непонятно, что в такой момент от человека нужно отстать, ведь он не только борется с болезнью, но и пытается справиться со своими негативными эмоциями, которые всегда настигают в период тяжелых недугов. Сказал Шура. Я не знаю, где лежит Настя, но, надеюсь, ее закрыли хорошо от посторонних глаз. Продолжал артист. Поймите вы, что отрицательные эмоции невероятно влияют на прогрессирование этого заболевания. Тут надо успокоиться и просто лежать, в себя приходить. Никаких лишних волнений. Певец прав. Родные оформили Анастасию Заворотнюк в больницу под чужой фамилией, выставили у входа в палату круглосуточную охрану, забрали у Насти телефон и убрали с глаз телевизор. Словом, делают все, чтобы ее никто не тревожил. Близкие боятся внимания журналистов, которые, по слухам, даже пытались подкупить врачей, чтобы те сделали на телефон фото Насти в реанимации. Внимание на экран. Читали стихи, басни, прозу. Нас тогда слушал блистательный актер, авангард. Люблю, любил и буду любить всю жизнь. У меня, по крайней мере, такое ощущение. Счастливо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Ургант втянул Первый канал в грязный гей-скандал. Видео. Испытывает необъяснимый страх. Трясущегося Зеленского разоблачили. Стало известно причина истерики США в ООН. За молодящейся Успенской после попойки выехала полиция. Видео. Дайте насмотреться на кровиночку. Годовалую дочку привезли в палату к умирающей Заворотнюк. И многое другое.